В эфире программа «События», в студии Павел Баймаков. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. Развитие экономики, поддержка предпринимательства и многое другое. Бизнес-омбудсмен Борис Титов с рабочим визитом приехал в Самару. Дополнительные налоги в бюджет. Ликероводочный комбинат «Родник» заработает в конце августа, начале сентября. Почти 3000 тонн в сутки в поселке Козелки после ремонта по-новому заработал асфальтобетонный завод. Утраченная вещь вернулась домой. В Северодвинске в дар музею завода «Севмаш» самарская делегация передала номерную доску подводной лодки. Стройка в разгаре. Представители областного Минтранса проверили, как идет реконструкция Московского шоссе. О поддержке интересов коммерсантов говорили губернатор Николай Меркушкин и уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, который прибыл сегодня с визитом в Самару. Глава региона и омбудсмен обсудили как экономическую ситуацию в целом, так и частные вопросы, которые волнуют бизнесменов 63-го региона. Весь день с Борисом Титовым, который после разговора с губернатором отправился на встречу с коммерсантами, провели наши корреспонденты. Встреча была очень насыщенная. В частности, обсуждалась встреча Бориса Титова с президентом страны Владимиром Путиным, которая состоялась перед приездом бизнес-омбудсмена в Самару. Президент дал правительству поручение работать над стратегией роста российской экономики. Это должно стать новым импульсом к развитию. Если мы не будем давать активный импульс на развитие, то в том числе не использовать государственные инструменты, которые могут нам, на самом деле, пополнить там инвестиционным капиталом и так далее, то вряд ли нам удастся вырваться вперед. Нужно будет сегодня переходить к более активной финансовой политике, к тому, чтобы сегодня государство занимало такую инвестиционную, как инвестор, в смысле, помогало инвесторам, да, работало как такой активный экономический агент. Одной из главных тем стала защита прав предпринимателей. В Самарском регионе этот вопрос давно в центре внимания. Так бизнесменов волнует высокая стоимость подключения к энергоресурсам. Будем более предметно заниматься, потому что это только, не только для малого бизнеса. Это и союз работодателей, то есть крупные предприятия нам жалуются, если пишут. Тут на данный момент слишком много монопольной власти. Самарские коммерсанты жалуются и на ограничение времени продажи алкоголя. Бизнес-омбудсмен Борис Титов отметил, такие ограничения необходимы, если они не чрезмерные. Также обсудили судьбу рынка на пересечении улицы Ташкентской и проспекта Карла Маркса, который сейчас находится в неудовлетворительном состоянии и требует больших преобразований. После общения с губернатором омбудсмен Борис Титов провел встречу в самарском бизнес-инкубаторе. Там собрались больше сотни предпринимателей, политиков и общественников. Борису Титову поступило немало предложений. Возможно ли, как инструмент, ввести вот в регламенты работы, формирование муниципальных региональных программ, чтобы привлекались для таких программ, таких ключевых, базовых, представители экспертного сообщества, там, бизнес-омбудсмена, торгово-промышленных палат, общественных палат? Но я думаю, что мы можем здесь выстроить отношения с властями всех уровней для того, чтобы наша экспертиза была учтена. Омбудсмен отметил, такие площадки для экспертного обсуждения проблем бизнеса необходимы в современном обществе. Марина Кравцова, Валерия Макарова, Максим Гусев. События. Крепкий алкоголь самарского производства вернется на полки магазинов уже к осени. Губернатор Николай Меркушкин встретился с новым генеральным директором ликероводочного комбината Павлом Сметаной. Управлять заводом будет компания «Кристалл Лефорт», одна из крупнейших на этом рынке. Соглашение подписано, и к концу лета собираются запустить производство. Удалось сохранить коллектив завода, так что проблем с кадрами возникнуть не должно. К тому же работающий завод – это дополнительные поступления денег в бюджет в виде налогов. В конце августа, в начале сентября заработает завод. Для нас это исключительно важно. Там есть люди, которые ждали этого момента очень долго и сохранили людей. Это большой плюс общий. Мы надеемся, уже в этом году получим дополнительные налоги, которые в этой обстановке бюджетом исключительно тоже важный.
Новый завод по производству строительных смесей откроют в Чапаевске в этом году. Об этом шла речь на встрече губернатора Николая Меркушкина и совладельца концерна «Кнауф» Николауса Кнауфа. О желании построить завод в Самарской области представители компании заявили в январе 2014 года. Сумма инвестиций в проект составляет порядка 1 миллиарда рублей. Компания «Кнауф» – один из мировых лидеров в производстве строительных материалов. В состав группы входит более 220 заводов в более чем 60 странах. В регионе уже проведена большая работа и вложены средства в карьер, где будет проходить добыча сырья для производства. Николаус Кнауф заметил, в последнее время из-за непростой экономической ситуации в России в строительном бизнесе наблюдается небольшой спад. Глава региона заметил, что в Самарской области ситуация отличается от общероссийской. В прошлом году построено более 2 миллионов квадратных метров жилья. Также Николай Меркушкин подчеркнул, строительный рынок в регионе с каждым годом будет расширяться и продукция нового завода будет востребована. Пока еще наши строители, эти материалы не все знают. Проектанты не все проектируют под эти материалы. Die Projektierer nutzen das nicht und projektieren nicht in dieses Material. Мне кажется, для вас это принципиальный вопрос. Как расширить свою долю в действующих объемах? И еще одно предприятие сегодня в центре внимания. После модернизации возобновил работу асфальтобетонный завод в поселке Козелки. Ему больше 40 лет, и оборудование здесь никогда не обновлялось. Теперь же поменяли все техническое оснащение. Мощность модернизированного предприятия оценила Лариса Шалафаст. Модернизированный асфальтобетонный завод уже работает в полную силу. Здесь установлено самое современное оборудование отечественного производства. Только один новый асфальтосмеситель способен производить 160 тонн в час. С таким объемом не справлялись даже три старых аппарата. Модернизированный завод может выпускать почти 3000 тонн асфальтобетонной смеси в сутки. Этого количества достаточно, чтобы покрыть более 20 тысяч квадратных метров дороги. Асфальтобетонному заводу больше 40 лет. Единственная модернизация оборудования здесь проводилась только однажды, в 80-е годы. С тех пор техника изрядно износилась. Оборудование не модернизировалось 31 год, и понятно, что качество приготовления асфальтовой смеси было невысокое. Кроме того, были большие потери. Потери как конечного продукта, так и на этапе смешивания. Поэтому приводило все к нерентабельности. Ну и плюс, наверное, не очень грамотное было управление этим участком. Поэтому принято было решение сдать в аренду. Результаты вы видите сами. Надеюсь, что мы в ближайшее время увидим качественный асфальт, новый качественный асфальт и на наших дорогах. Все работы по обновлению инвестор выполнил за свой счет. На заводе запущена и новая установка по производству минерального порошка. Раньше его приходилось закупать. Привели в порядок и зимнее хранилище. Открыли лабораторию, которая контролирует качество асфальта. Каждая машина проверяется через лабораторию. И также лаборатория мобильная присутствует на объекте непосредственно, где он укладывается. Поэтому после этого отбирается проба. Если вдруг проба не соответствует нормам, то, в принципе, либо этот асфальт сразу не используется, либо буквально оперативно сразу срезается и перекладывается. Арендатор планирует провести к заводу железнодорожные пути. Это позволит значительно сократить логистические расходы. В этом году в Самаре запланировано отремонтировать больше 1 миллиона квадратных метров дорог. И дефицита асфальта теперь точно не будет. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков. События. В Самаре построили первый сегмент кольцевой развязки на пересечении Московского и Ракитовского шоссе со стороны торгового центра. На это ушло 2 недели и 900 кубометров бетона. Работы ведутся по графику круглосуточно. На объекте посменно работают 300 человек. Второй сегмент будет готов в первой декаде августа. Одновременно возведут подпорные стены напротив Ракитовского шоссе. Затем кольцо покроют бетоном и асфальтом. После этого завершится работа по прокладке тоннеля. Первые автолюбители проедут по нему уже в сентябре. Капитально отремонтируют и саму дорогу от кольца Ракитского шоссе до проспекта Кирова. Поэтому перекресток на Димитрово закроют с 21 июля. Изменится схема движения. При выезде из города повернуть в сторону Новосадовой можно будет по Нововокзальной и Ташкентской. В сторону же Старозагоры по-прежнему по Кирова и Димитрово. А вот при въезде в Самару Московское шоссе будет перекрыто от Ташкентской до Кирова. Объезд по прилегающим улицам справа. Схема временного движения опубликована на сайте Департамента транспорта. После 1 сентября увеличится количество жителей в городе, школа, все вернутся из отпусков. Поэтому сейчас надо максимально все разбирать, делать до 1 сентября. Сроки довольно-таки сжатые, надо успеть на следующий год сделать все.
15 призывников из Самарской области будут охранять главу государства. Они попали в президентский полк. Кроме того, еще 7 человек отправились служить в элитные войска, в спортивную роту ЦСКА Минобороны России и во вторую научную роту в городе Воронеж. В Самарской области подвели итоги весенней призывной кампании 2016 года. Всего в армию ушли более 3000 человек. Всего один призывник выбрал альтернативную службу. По словам военного комиссара Самарской области Александра Даньшина, проходить такую службу приходится в неврологических и психиатрических отделениях больниц. Работа тяжелая, с санитарами или уборщиками. Это непрестижно, поэтому популярность альтернативной службы падает. В основном ее выбирают приверженцы религиозных сект. Несмотря на то, что на заседание военкоматы без уважительной причины не явились 267 человек, призывная кампания в Самарской области признана успешной. Мы смогли этот призыв выполнить в полном объеме. Призыв прошел без срывов или каких-либо конфликтов. Очень хороший показатель то, что степень годности за вот этот весенний призыв у нас значительно поднялась. Это говорит о том, что в области у нас достаточно серьезно начали заниматься здоровым образом жизни, ребята начали заниматься спортом, что отрадно отметить. Утраченная вещь вернулась домой. В Северодвинске в дар музея завода «Севмаш» самарская делегация передала номерную доску подводной лодки Б-107. Наша съемочная группа стала свидетелем исторического момента. Табличка с техническим номером подводной лодки и названием завода-изготовителя для подлодок является паспортом и по значимости приравнивается к знамени полка. А ведь 5 лет назад самарский коллекционер Дмитрий Хмелев даже не подозревал о ценности своей находки, когда покупал на аукционе лот предметов морской тематики. Его внимание привлек водолазный шлем, в комплекте которому отдавали и номерную доску. И только в прошлом году он узнал истинную ценность своего приобретения. А в том году, когда мы делали в музее прямую выставку, посвященную Советской армии и военно-морскому флоту, я выставил как образец. И один ветеран подошел ко мне и сказал, что эта вещь сообразно уникальная, это номерная доска с подводной лодки, что это очень ценная вещь, очень редкая. Дмитрий решил отправить номерную доску почтой, но связавшись с заводом «Севмаш» и узнав о заинтересованности рабочих, понял, нужно передать подарок лично, и собрал целую делегацию, пригласив с собой причастных людей с армии и ветеранов-подводников. Ведь считает, заслуга обнаружения передачи должна принадлежать Самаре. Для нас на самом деле огромная честь, что из стен нашего музея эта номерная таблица будет отправлена на «Севмаш», и там будет расположена в музее этого известнейшего предприятия. На берегах Белого моря самарских гостей тепло встретили, провели для них экскурсию по одному из крупнейших судостроительных комплексов России и организовали по-настоящему семейную церемонию передачи номерной доски. В ней участвовали руководящий состав завода и сын первого командира подводной лодки Б-107. И это замечательно, что сейчас вот в музее вам огромное спасибо, я действительно говорю, как подводник, как офицер, как адмирал, как командир подводной лодки, что вот такие вот вещи, они возвращаются в музее на обозрение всех поколений, чтобы они знали и понимали, что все давалось совсем непросто. Я вам выражаю искреннюю благодарность. Переоценить значимость этой вещи очень сложно, ведь в ней определенная душа лодки и тех людей, которые строили и служили на ней. А потому так важно, что частица северодвинской истории вернулась на родину. Андрей Горгуленко, Галина Щерба, Константин Головин, Олег Ракшин. События. Прошедший театральный сезон для самарской драмы оказался удачным, рассказал генеральный директор театра Вячеслав Гвоздков губернатору Николаю Меркушкину и министру культуры Сергею Филиппову. В минувшем сезоне состоялись премьеры спектаклей «Побег из Шоушенка» по Стивену Кингу, «Странная миссис Сэвидж» Джона Патрика, «Русские водевили» по произведениям Крылова и Сологуба, «История лошади» по рассказу Толстого «Холстомер». Вячеслав Гвоздков обозначил основную проблему – как удержать в регионе молодых актеров. Многие успешно снимаются в кино, где гонорары значительно выше. Чтобы не допустить оттока талантов из театра, Гвоздков предложил помогать актерам в приобретении квартир. Хочу похвалиться, в общем-то, мы не последний театр в России. В общем, работаем мы, по-моему, много-много лучше других. Практически подступили к самоокупаемости, что для репертуарного театра невозможно. Поддержим и вот спектакли, о чем вы говорили, да, и пожалю, поддержим. Команда губернатора сформирована. «Единая Россия» определилась с кандидатами, которые пойдут на выборы в Губернскую думу 6-го созыва. Партийный список и кандидаты по одномандатным округам утверждены в ходе работы первого этапа внеочередной конференции Самарского рекоделения.
На мероприятие приехали делегаты от всех 45 местных отделений. Общеобластную часть списка возглавил губернатор Николай Меркушкин. Далее депутат Государственной Думы Екатерина Кузьмичева и ректор Медицинского университета Геннадий Котельников. Четыре кандидата по внутриобластной части списка – депутаты областного парламента 5-го созыва. Сегодня же в список внесена еще одна кандидатура. Делегаты поддержали члена Совета Федерации от Самарской области Сергея Мамедова. Он пойдет в Думу по партийному списку в составе Чапаевской внутриобластной группы 20. Во время голосования было подано 189 бюллетеней, из них 3 признаны недействительными, 181 голос «за». Нынешняя выборная кампания для Самарской области имеет особое значение от того, каким будет областной парламент и сколько депутатов от региона пойдут в Государственную Думу. Во многом зависит успех реализации больших преобразований в городе и области. Нынешний рейтинг «Единой России» более 50%, но важно еще, чтобы явка была высокой. Та социология, которую мы на сегодня имеем, нам никакая ночная работа не нужна. Никакая, имейте в виду. Чистота, прозрачность – это вопрос номер один. Вы знаете, некоторые к этому привыкли. Я хочу сказать, мы будем принципиальными, а для того, чтобы иметь лучший результат, о чем я говорил, у нас достаточно с вами сил, авторитета для того, чтобы этот результат иметь конкретной работой с людьми. А теперь коротко о других темах дня. В Самаре сотрудники полиции приостановили деятельность незаконного игорного заведения. Покерный клуб «Стражи порядка» обнаружили в одном из баров Кировского района. В помещении нашли фишки и карты для игры в покер, тетрадь с черновыми записями и около 30 тысяч рублей, предположительно полученные незаконно. По версии следствия, нелегальную деятельность организовал 30-летний самарец. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация проведения азартных игр». Ему грозит до 3 лет лишения свободы. Жительницу Самары Марию Рымарь, задержанную в Беларуси, отпустили под залог. В Самаре по инициативе ее мужа в ее защиту собирались подписи. Напомним, Марию задержали в аэропорту Минска за неудачную шутку о бомбе. Она выразила недовольство чересчур тщательным досмотром и заявила: «Не ощупывайте меня, тротил в сумке». Сразу после этого ее арестовали по подозрению в нарушении статьи УК Беларуси «Заведомо ложное сообщение об опасности», срок за которую 5 лет. Роспотребнадзор опубликовал список пляжей Самарской области, опасных для купания. Опасность для здоровья представляют пляж Красноглинского района, 2 сызранских пляжа в районе спасательной станции и в районе ДЭО, и на реке Волги в Октябрьске, а также возле улиц Ленинградской, Советской, в районе загородного парка и на озере Сокулино в Новокубышевске. В сети появилось красивое видео села Богатырь, снятое квадрокоптером с высоты птичьего полета. Его опубликовал блогер Александр Корягин. В поселке, который расположен под Жигулевском, находится большой карьер по добыче известняка в Жигулевских горах. Свое название село получило в честь одноименного завода по добыче известняка «Богатырь», существовавшего здесь с начала 20 века. Завод «Богатырь» был реконструирован и переименован в Жигулевский известковый завод. В пятницу в Самаре в художественном музее откроется выставка «Полная иконописная месяца слов». Уникальный проект привезет старобрядческая поморская община. Самарцы смогут увидеть 60 икон. На открытии выставки о работах расскажут итальянский искусствовед и иконописцы из Саратова и Йошкар-Олы. Сегодня Самарский областной суд отменил приговор Татьяне Ярилкиной и постановил оправдать ее. Напомним, экс-председатель правления ВКБ ранее признавалась виновной в мошенничестве. Бывшую управляющую банком обвинили в хищении у ООО ИКК «Реноме» 127 миллионов рублей путем неоплаты взятых у общества с ограниченной ответственностью векселей. Ярилкина же утверждала, что договоров покупки векселей не заключала и ценных бумаг не присваивала. Однако 28 апреля Ленинский районный суд признал виновной и приговорил к 5,5 годам лишения свободы. Примечательно, что в арбитраже «Реноме» не смогло доказать, что вообще владело ценными бумагами. Сегодня судья рассмотрел кассационную жалобу на приговор и постановил его отменить. Актуальная для лета тема отключения горячей воды стала главной на совещании первого заместителя главы города Владимира Василенко с управляющими организациями, представителями районов и муниципальных предприятий. Отключение проходит в плановом режиме, все работы выполняются в срок. Также на совещании зашла речь о реконструкции тепловых сетей и трамвайных путей на улице Ташкентской. Работы должны быть в скором времени завершены. В
все, что можно будет, оно все будет смонтировано, все сделано, и мы запускаем. То есть эту проблему мы должны снять. И 30-го то же самое по пуску трамвая. Хотя проблематично, но еще раз повторяю точно, что эту ситуацию можно решить. Это всем предельно понятно. В Самаре выберут лучшую фотографию цветущего города. Конкурс объявлен администрацией Самары. От профессионалов и любителей ждут ярких фото цветов, клумб, людей с букетами. Снимки могут быть сделаны на набережной, в парках и скверах, на улицах, во дворах и даже на приусадебных участках и площадках рядом с организациями. Работы в формате 20 на 30 сантиметров можно прислать по электронной почте пресса@samadm.ru или принести по адресу улица Куйбышева, 120. Принимают заявки до 24 июля. После жюри выберет лучшие работы, а 26 июля начнется народное интернет-голосование. Выбирать лучшую фотографию цветущего города можно будет на сайте телеканала «Самара ГИС», на сайте администрации города, интернет-страницах «Самарской газеты», а также на интернет-портале «Самарского дома молодежи» и в его официальной группе в социальных сетях. Победители конкурса наградят 30 июля на городском фестивале цветов в Парке Дружбы. Далее новости спорта, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Чемпионат мира по футболу 2018 можно будет увидеть вживую за 1280 рублей. В Самаре сыграют 6 матчей чемпионата мира, один с участием сборной России. Военные летчики готовы выступать в высшей хоккейной лиге. Хоккейный клуб ЦСКА ВВС вернулся из отпуска. Главный тренер Сергей Сошников месяц отводит на тренировки, а затем начнется пора предсезонных соревнований. В Чебоксарах военные летчики выступят на турнире на призы главы Республики Чувашия, в Тамбове на призы губернатора. Соперники – конкуренты по высшей хоккейной лиге. Ростов, Мордовия, Сокол, Славутич и Тамбов. Старт чемпионата России намечен на 17 сентября, суббота. В Самаре состоятся 6 игр чемпионата мира по футболу 2018. Самара-арена увидит матчи групповой стадии 1/8 и четвертьфинала, в том числе выступление сборной России. 25 июня, понедельник, 5 вечера, группа А. Остальные игровые дни – четверг, суббота и воскресенье. За выход в плей-офф поборются еще команды из дивизионов Е, С и Х. Финал чемпионата мира по футболу пройдет в Москве 16 июля. Увидеть матчи чемпионата мира по футболу в России в 2018 году можно будет по специальной цене. Самый дешевый билет на стадион будет стоить 1280 рублей. Так решили в Москве на заседании Совета Оргкомитета России 2018 при участии ФИФА. Специальная категория билетов будет зарезервирована для страны-организатора. По примеру двух предыдущих чемпионатов мира в ЮАР и Бразилии. Посмотреть футбол по минимальной цене смогут 350 тысяч болельщиков. Остальным придется раскошелиться как минимум на $105. По нынешнему курсу это 6615 рублей. Купить билеты можно будет и на серию матчей одной сборной, и только на сайте ФИФА. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи.